әлі кеймесі қыздың сәні келеме Осын барлық келеме қантарасын денеге Қара жорға болмаса тойдың сәні келеме Приветствуем рыбаков. Ну вот, и мы откроем сегодня сезон уже дикой водички, да? Да, должен. Надеюсь, будет все успешно. Надежда умирает последней. Но она еще не умерла. Мы только выехали. Не, холод зарядили, тут все сейчас должно. Чики-пуки быть. Будем смотреть, наблюдать. Да. Видишь? О! Первая рыбка. Правда, первая небольшая. Ее отпустим. Но... Эту маленькую красавицу. Которая нас решила сегодня порадовать. Ух. Мандула рулит. Мандула рулит, да? Ну. Пожалуйста. Да. Ух ты, бедняжка. Тебя бы достать бы так, чтобы не этот. Вот. Первый шнурочек пошел за мамулей. Ну. Опа! Оп, ушла. Ушла. Все нормально. Шел. Вот опять поклевочка на мандулу. Смотри, 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 маленькая. Что-то шустрая какая-то. Шустрая. О, это лещ. Мы на правильном пути. Я смотрю, чтобы лодку не брать. Вот, леща поймали. Значит, мы там стоим, где надо. Да. Лещ? Щука, по-моему. Язь. Язь! Хороший такой, смотри. Да. Блин, нифига. Вот что-то опять есть. Ой. Подлещик. Подлещик. Чука. Под лодкой взяла. Она и где-то под лодкой. Который я, блядь, до этого зацепил. Не знаю. Небольшая щучка. Ай! Че, отпустить? Ну да, куда с ней? Таких мы отпускаем. Пошла. Не говорят. Чего они ловят? Чё, подлещик? Не понял, что это. Подлещик. Подлещик. Ну такой почти да. Килограммовый. Неплохо кушает. О, щука. Щука? Или судачок, чуть щука. А? Мелковато. Она просто видит. Ох, блядь, ушла сама. Молодец. Молодец. О, мелкий лещик. Подлещик. Вот таких. И живет. Давай. Чебачок. 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 Бодрая щучка сегодня, да? Ну. Килограммчик. Да, а-а-а. Вот это уже можно взять, ну. Мои довольны будут. А вот и окушок. Это работает. На мандулку. Работают мандулки. О, хороший окушок. Это окуни поперли. Да хороший, смотри какой. Попробуй быстро достать. Хороший какой. Долго полежала на дне. И что-то ее схватил. Ух ты, как выкачивай. Как щука идет. Или окунь, что-то. А не, опять подлещик. Посредине багрануло, он играет. Рыба нужна? Нет.
Ой. Отпускаем. 5. Смотри. Вот. В рот взял лезть, смотри. Блин, его псачочком. Хороший лещик. Взял в рот, да? Смотри, охотится на мандул. Нормальный лещ, да? Давай. Если опять не лещ. Что, нормально такое по первому виду? Да. Такой же лещ, как у тебя, может? О, точно. Да. Такой же, только за жопу. Ты Петр в рот поймал, я аж охуел, бля, за верхнюю губу он зацепился. Боже, таких зимой хер в лунку пролезет, бля. О, хорошо. Села. Вот она следующая. Эх. Все. Ты просто сидишь в этом. Что-то там есть. Ох, олещара какую, офигеть. Блин, смотри, не головой идет, потому что хороший лещара. Аж лодку ворочает. Ого, оцелеешь, Костян. Ты вот этот свой запачкал весь уже. Вот это лещ. Дины плавают тут, рыбачить мешают. Чуть больше этой мандуки. Злая, смотри, какая. Ну? Мирная такая женщина. И в пасти, и в хвост, всеми тремя. Вот что-то есть опять. Покажись. Подлещик. Что еще? Костя опять что-то клюнуло. О, щучка. Вот, оказывается. Смотри, тут там дырка в сачке. Может быть. На, сачок. Хороший лещик. Благодарю вас. Всегда рад помочь. Держи, сачок. Щука. Щучка. Чего ты говоришь? За папой, за мамой. О, Костян, всю щуку отпускай. Подлещик.
Надо ловить. Щук. Звонили друзьям. Наехала куча лодок. Теперь тут все ловят вроде. Уничтожают рыбу. Рыбачат тут. Че, перестал клев? Не всегда, вот с утра надо. Ну вот ищем леща теперь. Сейчас без мотора проплывем. 1,4 метра. 1,3. Рыбаков сколько стало? Судак, что ли? А нет, щука. Он же вахту. Нет. О, ничего, пойдет нах. Не видно, что ты тянешь. Мои приманки, я тебе сейчас покажу. О, нормально чуть. Или кажется. А, нет. Такая же, как у меня приманка. А, нет. Цвет такой же. Чуть больше моей приманки. Рыба ловится, как ты не ловишь? Че, он переголодался? Да. Оголодали. Оголодали. Вон, лед плывет. Рыба кушает, и мы кушаем. Лед плывет. Виталя вон. С рембуттехники рыбачит. Ну что, ребят, где рыба? Есть? Достаем, пока. Судака поймал? Да. О, видишь, не зря поехал на рыбалочку. Сегодня. Благодаря вам, большое спасибо. Вы дали просто стимул, да. Толчок поехать. Да, трое выехали благодаря нам. Выкидывают такие фотки, ну как тут не поехать? Ну. Да нет, сегодня погода еще стрельда хорошая. Да. Погода нормальная. Я больше не жалею. Ну. Отрыбачили сегодня. Ну.